зараз серед обговорюваних тема, що Путін хоче анексувати Білорусь. Наскільки це ймовірно найближчим часом? Ну, такі сценарії давним-давно проговарюються на фоні того, що Путін терпить сокрушительне пораження в Україні, він може анексувати Білорусь. Но, во-первых, эту аннексию, оккупацию не признает весь цивилизованный мир. Во-вторых, я не думаю, что на это пойдет сам Лукашенко, который, конечно, путинский халуй, но тем не менее при аннексии Беларуси он потеряет даже ту декоративную власть, которую он имеет сегодня. И быть губернатором одной из областей России ему совершенно не хочется. Но и самое главное, сами белорусы будут бороться за свою независимость. И думаю, что в случае аннексии белорусские добровольцы, которые воюют в Украине, будут иметь полное право начать вооруженное наступление. Мы бачимо певну військову активізацію в Білорусі, раптова перевірка військ, перекидання ближче до українських кордонів. Це підготовка до нового вторгнення з території Білорусі. Повторное вторжение очень вероятно, и об этом нам говорят источники белорусской армии. Это может быть январь-февраль следующего года. Белорусские военные вот, говорят, что очень похоже на то, что все-таки будет отдан приказ, и из территории Беларуси в Украину войдут вначале российские войска, а вторым эшелоном, вероятно, белорусские. То есть такая информация есть. Что касается визита министра Шойгу в Минск. Здесь я согласна с мнением Главного управления разведки Минобороны Украины, Института изучения войны, которые заявили о том, что вероятнее всего, то есть эти визиты связаны с давлением на Лукашенко, именно с целью принудить его вступить в эту войну России против Украины. Хотя надо отметить, что режим давным-давно участвует в этой войне. Не забываем, что с территории Беларуси продолжается обстрел ракетами и дронами украинской территории, что на территории Беларуси размещается достаточно большое количество российских военнослужащих, российской военной техники. Лукашенко предоставляет полигоны и аэродромы для российских военнослужащих. Они сегодня лечатся в белорусских больницах и госпиталях. То есть Беларусь под управлением Лукашенко полноценно участвует в этой чудовищной войне России против Украины. Які настрої серед білорусів? Чи усвідомлюють вони, що країна за крок від прямої участі у війні? Сейчас в Беларуси происходит так называемая скрытая мобилизация, потому что белорусских мужчин вызывают сегодня военкоматы в массовом порядке под предлогом так называемой сверки данных, но помимо того, что у них переписывают паспортные данные, у них также у многих снимают размеры одежды, размеры обуви, да, то есть, естественно, в обществе такое очень тревожное настроение, и люди понимают, что Беларусь, в общем-то, полноценно участвует в этой войне. Есть угроза того, что белорусских мужчин могут направить в Украину. Но абсолютное большинство населения Беларуси против этой войны, и белорусские мужчины, конечно же, не хотят воевать в Украине. И это касается белорусской армии, это и касается, естественно, гражданства. Вы кажете, что белорусы пойдут другим эшелоном. Чему не первым? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, есть сомнения в боеспособности белорусской армии, которая никогда не участвовала в военных действиях. И, во-вторых, то есть, ну, есть понимание, естественно, и у самого Лукашенко, и в Кремле о том, что белорусские военнослужащие не хотят воевать. То есть они не запрограммированы, они не одурманены российской пропагандой, у нас совершенно другая ментальность, мы европейцы. И белорусы совершенно не понимают, за какие такие имперские интересы они должны идти в Украину, убивать своих белорусских граждан. Лукашенко, він тривалий час петляв від прямої участі у війні в Україні. Чим його дотиснув Путін? Дожать его достаточно просто, потому что он находится сегодня в абсолютной власти у Путина, то есть он абсолютно зависим и политически, и экономически, и в военном плане. То есть в любой момент, если Лукашенко будет сопротивляться, его просто могут снять с должности, он может однажды не проснуться утром, с ним может произойти все что угодно. Поэтому, конечно, в этой ситуации, то есть если Путину понадобится, то Лукашенко в любой момент вступит в эту войну, вернее, отправит армию в Украину.
То есть это все зависит от того, когда этого просто захочет Путин, когда ему нужны будут белорусские военные в Украине. Багато експертів кажуть, що вторгнення білоруської армії в Україну стане кінцем Лукашенка. Як ви вважаєте? Это будет его концом, потому что большая часть армии, я убеждена, сдастся в плен, перейдет на сторону Украины, войдет в ряды белорусского полка Костуся Калиновского и вернется в Беларусь освобождать свою страну от диктатуры.